have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки. Всем доброго времени суток. Здрасте. Начинаем мы со столь необычного места, еще не отплыли никуда, но Кэп говорит, что тут нужно кое-что срочно увидеть. Пойдемте, последуем за ним. Там очень важно. Там так вайпово, вы не представляете. Если вечеринка вайпово еще не закончилась. Вайпово или вайпово? Вайпово. В какую вообще сторону побежали я? Влево. Влево. Давай дождемся. Влево вверх или влево вправо? Влево. Влево вверх. Мне просто человек написал, наконец-то раздупорился. Мы втроем идем тебя искать. Вот. Ура, вы меня нашли, поздравляю. А, и меня двери ушатало. Да. Так. Все на лестницу и погнали. Готовы? Ай. Да, нормально. Вот я это кислотная вечеринка. То, мы вас ждали, что с тех пор, как наши пути пересеклись, вы очень хорошо поработали на благо церкви. Но спасение архипроповедника поистине великое деяние, за которое мы всегда будем перед вами в долгу. Поэтому мы решили удостоить вас причащения. Вы готовы? Позовите сюда остальную команду, и мы приступим. Ну, все здесь. Так, ну Сигма умеет читать, давай. Нет, Экклезиаст? Что, блин? Так, всех собрались? Начинаем? Фу, да. Подойди поближе. Ну, это, за дело. Собрание людей в рясах затянуло какой-то напев, и проповедники подняли руки. Братья воистину, чаши наши пустые и ждут, ой, жаждут принять вино свежее и не за... Боже, сейчас поближе монитор поставлю. Свежее и незамутненное. Один из служителей протянул фиалы с яйцами собравшимся. Ну это, принимаем. Жесть, а кто нажал? Я ничего не нажимал. Офигеть, а можно так? Зачем? О, да. Жизни, наполни наши чаши с твоей силой, дай нам воссоединиться и одолеть изгнанников мира. Дай нам принять твой дар и явить квиссенцию формы. Проповедник понял, поднял фиалы, и остальные последовали его примеру. Станем же вестниками перемен, увидим мощные потоки в воде. Примимем же симбиота. Все проглатывают содержимое фиалов. Я не... Я тоже. О, блин, become a perfect example of symbiotic harmony. У меня ачивка... Ой, да ё-моё, что это за наркомания? Вот это меня и это. Жизнь обдолбали. Почему у всех жизни уходят? Растет симбиот. Кто это? Почему все происходит так быстро? Вы чувствуете, как вы успели сформулировать вопросы, как они словно растаяли. Ваше сознание стало совсем другим. Вы теперь одно целое, и больше нет ни страха, ни беспокойства. Мы можем говорить? Проповедники, изо рта которого теперь состав извивающийся схват. Фу, блин, что происходит вообще? Их избивают. Нормально, дверь. Конечно, как наши тела и больше циндуют. Зачем мы это сделали? Еще кроме того, эти слабовики нам не нужны. Их мы должны поглотить. Что дальше? Вам предстоит самостоятельно это узнать. А пока уходите, скоро сюда явятся люди, еще увидимся. Они ну уже да, сюда явились! Бежим, это... Манкулёва! А, они нас бить будут, да? Да, бежим! Фрум, беги! Нормальный движ. По нам стреляют! Отходи! На, бот! Давайте на лодку, быстро! Быстрее! Быстрее вниз! Жесть, мы обдолбались! Так, а как теперь вот эту синюю фигню убрать? Погоди. А это симбиоз, все нормально, это не паразитарный, это симбиоз, все нормально. Это симбиоз, это а типа как... ладно. Ну, like им полезно, он тебе полезно. Somehow the patient can still speak and seems to... Жесть какашка. Что мне не нравится, то, что меня штырит. Короче, смотри, в чем прикол. Не выглядит как... Не выглядит как обычная хаски-инфекция. Каким-то образом пациент все еще может разговаривать и, кажется, может сохранять ментальный рассудок. Насчет ментального рассудка. А мы теперь, по-моему, можем дышать, да, виски? Это, под водой? Да. И давление не работает на нас вроде бы. А, да? Чё, блин? Так, я пошел проверить. Пойду за борт выкинусь. Так, ну да, дышать явно можно.
Теперь можно не собирать баллоны, они нам не нужны. Так, давление показывают, но давление показывало и в костюме. Их тиандры фиговы! Чё, Рио не дохнем? Сколько давление? Да, мне нормально, в принципе. А как теперь вылезти из этой фигни? Ай, глючный шлюз. Глючный шлюз. Да, новая аномалия. Ё-моё, перестаю. А как мне вылезти теперь? Я не могу вылезти. О, спасибо. Ой, жесть. Так, ну, дышать больше... Зато теперь можно не бояться во время сражения, то, что на нас нет скафандра. Офигеть. Сколько теперь всего можно... Оно то так, стоило. Хорошо. Че это нам стоило по отношениям? Кто теперь на нас обиделся и почему? О, ну только. Почему охранники нас били? А потому что мы дауничи, мы это... Незаконно немного, наверное, жрать всяких тварей. Так этот, не, в плане, они подумали то, что мы зараженные. Мы зараженные, да, если что. Ну да, факт. Я считаю, то, что Фруму теперь тоже ряса сектанта нужно раздобыть, а то он это бледный какой-то. Прикрыл бы лицо светом. Реально, ты бледный. А еще язык у тебя явно длиннее теперь. Ну ладно, это кое-кто оценит, но все же. Факт. Ладно, так, теперь если нас будет затапливать, у нас есть некие бонусы. Я не могу понять, а чего-чего? Ты выпьешь всего одного? А какие дебафы? Это же не может быть просто так. Ну... Это штука симбиота, она... будет избивать эти. Нет, эта штука, она ж, типа, дает нам, ну, вот это вот... Чего, блин? Помогите. Ну, возможно, она в тебе просто живет. Там нашего чувака бьют где-то? Возможно. Может, короче, давайте поехали. Отплывать? Отправляемся, давайте, пока все, поехали. Пока наши не убили насмерть добыча артефакта, кстати. Сепаратисты плюс один, ну-ну. Так, ну зато... Вот Аркалахан, injured. Его там все-таки, видимо, кто-то лупатил. Подождите. Так хаски, они, по-моему, более живучие, чем обычные люди. У них побольше хп будет еще. Да, они могут танкануть пару выстрелов из дробовика в упор. Мы же не будем проверять такое? Нет. Нет, хорошо. Ну, человек больше одного не танкует. Подождите, это что теперь можно? Маяки без скафандра активировать? Да. Вообще, что куда угодно надо плавать. Можно плавать. Блин, хасканутые нафиг. С ножиком на черве рука. Ну, смотри, чем прикол. Так, у скафандра как минимум... Это да, но... А в чем проблема? Он мы можем перемещение. В этих пойти. Ты не всплывешь. Ты просто выйдешь из шлюза и потихонечку начнешь погружаться. И все. Ты просто не выглядишь. Прогуляется, какая разница. Пока его не сожрет там никто. Выживает на дне океана. Вон, чел с дробашом ходит. Алонзо Дэй. Скажите ему... Это за нами. У нас изо рта какая-то фигня торчит, типа используйте это для того, чтобы вживлять яйца другим, нажимая на F. Не проверяйте, пожалуйста. Сходите в пустое помещение, нажмите на F. Так убери маску. Ладно. А это я выстрелил или это иглобрюхи? А это шипостаи! Шипостаи, шипострелы. Где что, сейчас иду. Я так увлекся вот нажиманием на F. Тупой респект, блин. Я нифига не заметил, если честно. Что, садитесь, я... Что за чипсы, Доритус, блин, тут летят... Не вижу, где? Сверху, снизу, где? Снизу у меня один плавает. Возможно, попал. Нет, не попал. Зараза, да че ж такой уворотливый, а? Так, снизу это вот это, скорее всего. Опа, какой-то инфразвуковой сигнал. Стреляй по нему! Да сейчас! Тише, ты разрывный не палишь! Обшивка осторожно. Сигма. Попал один раз, ему пофигело, но он, блин, он тут кислотой разъел. Мне нравится это энергоснабжение наше.
О, что это такое? Ясно, да. Я возвращаюсь, походу. Идите на мостик капитана срочно. Ну, мы здесь, и чё? Посмотрите в окошко. Ну, медуза и медуза, чё тебе не нравится? Это медуза? Да. Вот этот камень вот живой, это медуза? Ох, ты ж ё, стой. Я знаю, как а чё будет, если на F нажать? Ничего. А, не, на F, смотри, у тебя язык высовывается. Жесть. Есть такое, да, признаю. Гопотом аванпост за этот зародим. Ну я одного из наших укусил. Приятного ладно. Ему. Случайно. Ну я хотел потестить, как оно будет, и... И чувак такой, не надо! ты утонешь нафиг. Что такое? Что происходит? Кто там утонет? Флаг, не сигма. А, да боже, просто пешком туда. Какая разница? Я поеду немножко подлатаю корабль. Жесть, мы же никуда не плывем. Классно. Оно здесь не одно, кстати. Кто? А что ты такой? Не подплывай к этой няге. Алло. Да, шо? Да я с этим разговариваю, сниз. Что это? Ой, ну... Сейчас будет поучительный урок. На. Вообще насрать. Да, мне тоже урона не нанесло, просто неприятно. Play stupid games, win stupid prizes. Вы что, поплыли к этой фигне? Да, она взрывается, когда к ней подплываешь. Ага. А, еще, короче, для того, что ты плавать. Без костюма, у тебя нет фонарика, черт побери, ладно. А, кстати, да. Мы куда-то плывем или зачем остановились? Так. Мы на этих... Твари посмотреть. Ай. А, ну ладно, мы нет, значит... мы приплыли, тут инфразвуковой сигнал какой-то. Где? Вниз, вверх, где вы? Давайте скопили. Я прямой. Хочу с вами сплавать. Вы без костюмов? Я, да. Ну, я... Флаг в этом... Ритар. Вы под камнем пошли или над? А, над. Я нашел, где инфразвуковой сигнал. Я не знаю. О, слышу, это же копать. Графит. Это копать Копай. Можно. Хоронить. Нет, не этим. Уйди, блин. Да, отжигай его. Графит? Съедим. Плавают такие. Ай, ты меня ударил. Все, забирайте. А это что? Я еще что-то нашел. Даже можно добыть. Жесть, я его в руки взял. Да. Чё я отделил? Ой, а они это добрые? Ребят. Ай, да блин. Ребят. Я его сейчас укушу, да. Погоди, я его съем. Не, они нормальные, они не отображаются. Свои. Они не кусаются. О, жесть, это что такое? Стой. Я не знаю, я тоже хочу поделить. Это бавалин какой-то. Я в смысле броню прокусываю? Да, ты меня все это время кусал. Ну, новые механики надо же как-то опробовать. Плавать под водой? Не, кусаться, да. Самое то. Так, ладно, пошли к инфракрасному сигналу сходим. Кто баллон? А, ты баллон выкинул, хорошо. Да, он пустой. Я так если я правильно ты прям как американец, отстрелял обойму, выкинул. Здесь зачем? Что-то есть. Вот, ребят, корабль. Ребят. Пойдем. Неси эту штуку, это криптонит. Да, давайте какую-то это, видите, какие корабль. Красивые эти? Да. Видите, какая красивая? Она еще такие классные следы оставляет. Буль. Да, это музыка, ребят. Понял. А оно нам останется? Корабль не затоплен? Да. Я это не отдам. Классная шняга. Так, посмотрим на это, реакцию ботов. Боты, что скажете на вот это вот? Пацки, гляньте, что притащили. Сброс! Ты что, язык свой достал тут?
О, чувак с отверткой побежал. Лазерсон! Куда мы это денем? Я упал. Вот это фигня. Положи в шкафчик на кухню. Сидим на ужин. Пойду. Достойно. На дверь мы по идее... А ну-ка, подожди. Но это скопление диметанина и стальной слиток. Ребят, у нас... Ребят, закиньте то, что мы добыли в этот... В разборщик. Чтобы оно переработалось. Так, а где? А, то что... Где разборщик, подскажи. Вот он. А, вот это там, где я цветомузыку устраиваю. Ага. А куда это говно выкинуть-то, а? Уж... Оно огромное, ее нельзя поставить. Как оно называется? Так. Психотропный инопланетный артефакт. Короче, там какая-то фигня, которая не разбирается. О, чёрт. Что происходит? Смотри, я ее обратно положил. Оно не разбирается. Оно нажимается. Посмотри, ну. В разборщике. То, что разобралось, то ладно, а та штука сверху, нажимаешь разобрать, и оно не разбирается. Все. Пусть сюда идет. Раскидай там по этим, по ящичкам. Ага, сейчас. Чё ты, упаран? Нравится тебе, да? А может мне показалось, что это... По ящичкам, по чемоданчикам, которые там, в смысле, или чё ты хочешь? Да-да-да. Да ё-мо, чё происходит? Что, ёлки-палки? Капитан! Что, чёрта? Где? Нас явно что-то бодает, блин. Да ёлки, ПРСТ! Ищу, не могу понять где. Почему у меня... Мы тонем! Мне говорят, что у меня нет отвертки. А мы горим так-то. Ребят, мы горим! Чёрт! Какой нафиг пожар, вы о чём? У нас медотек горит. А так все нормально. Как это случилось? Хорошо, опас. Ну я потушил. Нет, не потушил. И ё-мо, ну потушил. В смысле не потушил? У нас корабль затоплен. Как он может еще гореть? Не, медотек не затоплен. Да ё-мо, не гори, открой дверь, пожалуйста. Затопи его к черту. Откройте дверь, пожалуйста. Ты... Я прогоняю огонь. Ходи. Уходи. Уходи. Какой стороной? Что вообще произошло-то хоть? Как оно загорелось? И... Как оно загорелось? И что вообще произошло? У меня дверь горит тут. Нет, уже у меня там ничего уже не горит. Ну, ладно. Тогда пойду дальше кислородный баллон передержать. Так. Оп. Я вообще пошел кислородный баллон перезарядить, а тут такое. Бывает. Да ё-моё. Что это за пожары такие? Нормальные. И что у нас с реактором? Ну, свет то гаснет, то это... Да, это фигня какая-то творится. Ну что мы на дно сели, конечно, это неплохо. Ладно, куда мы сейчас? Реактор работает настолько же стабильно, как курс рубля, я не знаю. Во-первых, во-вторых, кто-то заметил, что не заряжается ни хрена, ни оружие, ничего. Да, у нас реактор дохнет, по-моему. Я не понимаю, что происходит. Он то взлетает выработка, то падает. И мы плывем точно так же. Стиль пьяного мастера. Что у нас боты поломались и дико флексят у движка? Что происходит? Так, Beacon Station. Отлично. В смысле затоплено? Где затоплено? В этом офигели? Не знаю, мне и в воде норм живется. О-а-а! Убьет нас. Атакуют. К нам кто-то долбится. За орудие. Я уже... Блин, они я штуки 4 отстрелил, но они в верхнем шлюзовом. Вниз перешли. Сверху у меня еще двое. Одного разорвал. Сразу. Еще один. Блин, надо на вот эту пушку ставить. Нет, это не так, это труп?
Все, разорвал снизу. Я стрельцеплона чувака расфигачил. Извините. Достойно. Не удержался. Ну оно прям. Прям под выстрел было. Нам там не разорвало, там ядерный заряд просто. Да, вроде. Там может и ядерный, сейчас посмотрим. Блин, сверху еще плавает. Сверху еще таракан плавает. Сейчас. У нас этот один накрылся, щиточек, по-моему. Ай! Я всплыл. Да ё-ма! Убил последнего, по-моему. Здесь, здесь вода, конечно, скачет люто. Что за прикол вообще? Так, а что за кислота? Я не знаю, она... А, они кислоту плюют, чтобы разъедать. Фигась. Так, я пошел латать все снаружи. Ага. Ё-моё, у нас с окном пробито, если что. Окна нет. Слаг. Почему у нас есть окно? Кстати, у Слага микрофон выключен, он не разговаривает, возможно, я вижу, он это... не разговаривает с нами. Вы то есть не слышали, да. Какая у меня шизофрения тут была? Да, подтверждаю. Очень жаль. Ну, кто ж тебе виноват? Вы не представляете, я манал, выкиньте этот артефакт за борт. Что происходит? Да это все из-за него получилось. Он этот, короче, начал пищать, у меня сонар вырубило. Да. Так, я в другую сторону давай. Черт, темно. О! Тут меня ждут, вот это, потолок выгрызан. Приятного. А, я нашел вход. Жесть, это что за буровая машина здесь? А вы где вообще? На вон посту. Я корабль чиню. Ну. Как круто. Вот мне страшно, это настоящий огонь или опять я поехал кухой? Блин, меня в сопло заживало немножко, погоди. Ну, если он не тухнет, значит не настоящий. Я не должен говорить от него. Не подходи ко мне! Там люди! Одна. К тебе подойти? О, это уже заявочка на резня. Получи в какую сторону путь? Вниз. Оно прям под нами, да. Понял. Черт, как неудачно, что я прям наверху нахожусь. Тун. Здесь у нас так-то шлюз затоплен, но атака нормально. А я еще чуть с незараженным в океан открытый не выпал. А где вход? Прям под нами. Должен быть. Ой, я нашел, кажется, вход. Забирайте ресурсы. А, все выжившие мертвы? Не выжили уже? Блин, ребят, у нас когда сталь на корабле такая толстая, то баллон заканчивается очень быстро. Так, а я ж без фонарика ни хрена не сделаю сейчас. Так, слышишь, Свак? Предлагаю выкидывать нафиг баллоны кислородные из экзоны. А как ты сюда попал? Через шлюз, что ли? Да. Просто вошел. Сверху? Да. Я не вижу, я, наверное, слепошару, но я не вижу. Там это... Где-то валяются мои эти... Тут такое сумочки, есть. Можешь их забрать? Ой, тут в трупе столько все вкусно. Ребят, я вообще без понятия, как... Он тоже, наверное, очень вкусный. Нажми на F, узнаешь. Так, back online, отлично. Ладно. Гремелка, ребят, я нашел какое-то уникальное оружие. Супер. Кого нашел? Как называется? Гремелка. На. А, это двухствольный дробаш. Ой, да. Где? Да, с меня сыпется, если что. Я кислородные баллоны выкидываю, мне все равно. Мне дышать не надо. Научился ежик, да? Ну да.
кстати. Не понял, почему он нераследующий. Броню так-то переработать можно. Блин, я очень хочу выстрелить за стволки, я ни разу с ним не стрелял. Давай. Постойно. Хыдыш. Не стреляй, пожалуйста. Да, она за это сразу двумя. Там, короче, нож на плюс 20 к урону. Да, вижу, нашел. О, нет, у меня закончился кислород, что же делать? Плакать. У нас регулярно боты застреют в шлюзовых. Сигма. Имеется резак? Да. Я знаю, где здесь нычка. Пошли. Режь стену. Я прожил тысячи жизней в подобных мирах. А этот ох мир ты, мне абсолютно понятен. Клоунская. Это мы ради этого сюда, да? Я думал, здесь еще может лежать любая клоунская хрень. Задолбал пищать. Ну у меня баллон кончился, что я сделаю? Не, ну могу поменять, но зачем? Да нафиг надо, пошли. Вот. В общем, да, ребят, лодка сделана таким образом, что ни один из ботов не может вообще никуда добраться. Сорян. Не, я не про то. А про то, что, во-первых, они сейчас чуть не позадыхались без баллона, во-вторых, они половина корабля уже посгнивала, они не могут добраться до того, чтобы... Лак, давай этот автозакрытие люка уберем. Он не закрылся и затопил аванпост этот. Ура, не надо. Я так сделал. Ладно. Почему гремелка является украденной? Вы ее спите. Действительно. Что ты за... Минуточку, гранатомет? Да. Да. По мне таким в прошлой серии стреляли, если что. Ой, ребят. Ой. А у меня тут в капитанской рубке ползуны. В лодке или там? Посочувствуйте мне, в лодке. Что, блин? Тудун, тун, тун, тун. Сейчас я возвращаюсь, я пока что все, а нет. Жизнь ёж порвало! А прикольная хрень эта гремелка. Так, это ты этим корпус пробил? Нет, это прогрызли. Видали, сколько тут вкуснятин? Да, даем потом. Только инвентарь освобожу. Так, бронежилет нам нужен, или я его разберу? Меня еще едят, ребят. Приятного аппетита, кто там? Фрум, отойди оттуда, я выстрелю в него с дробовика сейчас. Давай. Сигма, заваривай. Там пушка и... Ой. Это чё? Чё это было? Выстрел дробовика. Чё такое, как будто стекло разбилось? Ну, потому что я в стекло попал. Заваривать не, или ты сам? Да я не могу дотянуться, я высокий. А меня смывает. А-а-а! Тут ещё одно! Нормальный движ. Стреляйте из пушек! А какая это пушка? О, нашел. А где он? У меня баллон закончился. Сейчас. Все, Фрум, заварено, иди, я поплыл. Иди, я поплыл. Как ты в этой штуке влез за пушку? Так, руками взял, схватился. И оторвал перископ, да? Схватился и... Да-да-да. Фрум! Поздравляю тебя с тем, что ты теперь тоже клоун. Спасибо, но а вот можно нет или да? По своему желанию, на свое усмотрение. Так, вы мне не сказали, бронежилет я оставляю или нет? Боже, у нас есть броня рыцаря. Я его выбираю, короче.
Фу, мы тебе еще этот раздобудем потом. Рясы сектанта. Меня задолбала эта пищащая гадина, и я не хочу вставлять баллон. Да пусть поставь баллон. Я сейчас просто скину его. Я просто понять не имею, как туда баллон вставлять. Так, мы же плывем, да? Да, тоже от проблем. Плывем, блин. По идее. А, значит, там сейчас небезопасно. Ой, забыл сказать, аванпоста не будет. А где, да что? Пофигу. Так, самое главное, что у нас сверху рельсотрон есть, это я так для себя применю. А, нет, подожди. Фрум, это была моя маска. Ну ладно, пофигу. Отдать? Сейчас отдам. Так, по-моему, тебе не очень хочется в ней ходить, да? Меня будут путать с вами. Вы же уникальные персонажи. Меня не спутают, у меня... Оу! Ксена... Ксеноархеологист. Ксеноархеолог, ну да. Сена археологическая. О, дали. Плюс 2. Неплохо. Новая миссия, я раньше таких не видел. И перевода нет. Ясно, понятно. Может, нам Альвара Калахана это, ну, немного... Да человек страдает это, уже всю серию, да. Его там за нас, между прочим, отфигачили на посту. Ну чё? Вот он до сих пор дроби из задницы выколупывает. Классно ему, наверное. Очень. Оба! Что такая загрузка долгая? Хочу свою это. Ты уже здесь. Мы пункт назначения Антарктика. Антарктика, да. Миссия. Не Ан, а Ун. Ну типа, Ан. Сигма. Короче, Фрум или Сигма, кто первый попадется, тому и дам медаль. Фрум первый попался. Ладно. Чуть ноги не сломал, ну ладно, фиг с ним. Туда. Так, где ты говоришь, скинул маску? В оружейном. Реально. Так, короче, мне очень понравилась моя толстовка, я дробовик выкладываю. Патроны мне надо, да? У нас два повреждения, ну в принципе... А я чем стрелять буду? Ну ты сказал то, что у нас есть патроны на дробовик, их не надо покупать, а на деле их нифига нет. Так, ребят, у нас тут интересные дела пока что происходят. Да, это смотрите. Где, с какой стороны? А что он приплыл? Сверху. Можно мы его это, ну... Нет. Задолбал. Он меня ментально гасит. Пусть корабль. Мочи этого черта. Ладно, у него, сейчас у него вообще жизни нету. Да он мирный просто был. Мочи. Все, завалили. Сейчас едим. Я подплываю. Сейчас едим. Все, идем разбирать его вперед. Ну, еще одна тварь из бездны, поехали. А, он бездный? Ну да. Любезный. Да че он? Он по приколу здесь живет, думаю. Ну да. Аренда дешевая. Блин, я... О, не выплывайте, не выплывайте, не выплывайте! Я слышу. Я сейчас сдохну, ребят! Что такое? Кислотный ожог. Я сейчас помру, ребят. Залил меня этими соплями. Нужна помощь очень сильно. Так, стоп, стоп, стоп. Да ну ё-моё! Кто с инетом? Нет, только не сейчас, пожалуйста. Стой, не инет, нас кто-то бьет. У меня ожоги все вытянули. Оп! У нас в рубке! Трое, четверо, блин, твари! Извините, я перебинтовываюсь. Видели бы вы мое здоровье. Пришло что, время для двухстволки. Двушка тайм, поехали. Что происходит? Достойно. Минус. Мы это, стабильно погружаемся. Да, да, мягко да, да, говоря. Да. Отстреливай, она... на пушки! Она их просто разрывает. Блин, ну смотрите ли они залутаем, хотя может еще успеем. Зараза, если в него кислота, я вдохну. Да. Откуда там кислота? О-о-о! Ах ты ж ёхарим-то! При получении... Что? Опять? Да. И опять по новой. Зато у нас теперь ядерные заряды есть. Давай на рельсу садитесь, да.
Слева! Ну где же? Слева орёт. Слышу. Где же ручки? Ваши ручки. Опа! И вдогонку. Нет, не перезарядился. Да! А ХП аж позеленело. Да. Чуваку явно поплохело. Нашему верху тоже немного поплохело. Я вижу, да, там все в кислоте. Это ей пофигу в этот раз. Нет, не пофигу, нормально. Давай еще раз прицелиться из рельса и в голову прям. Потому что первый выстрел в голову был вообще прекрасен. Опа. Нет, плыви, пожалуйста, на вон нафиг. Промазал. Мимо. Пару раз попал, да. Но я по мелочи попал. Типа из мелкокалиберного. Слева. А ну, манс... Да, я слышу. О, отплывай. Да зараза, она так разворачивается, я боюсь не попасть. У меня, кстати, последние рельсы. Перезарядить? Да. А, вон, слаг уже притащил. О, да, поедает. Ёппарасот! Все. Она сдохла. Да. Лутать? В упор. Да. Схавал. Это было очень опасно. Так, на нашем счету смотрители две харибды. Опасно было скорее не этот... Что? Мутань? Что происходит? Или это оно село на нас? Не знаю вообще, где она. Да у нас просто эта верхняя часть пробита, мы вышли через это. Посмотри сюда, иди сюда. Вот. Где харибда? Сюда плыви, сюда. Давай. Все маленькие, по сравнению, посмотри! Я размером с ее, я даже меньше, чем ее язык! Стой, отплыви-ка! Да нафиг надо, ее застрелили! Да, из дробовика сейчас разорвешь ее просто! Ну, всё, до свидания, ребят, давайте, пишите письма! Слайд, забери этот, куски этого, ты в меня мог попасть! Останки водолаза забери. Один хлам и останки водолаза. Есть останки водолаза? А ну что-то кого оно еще умудрилось сожрать? Хороший вопрос. Кого-то. Но я заскринил, в принципе, то, как я в пасти этой твари сижу. Это тот самый турист, который... Превьюшечка. Хорошо, не забудьте скинуть, ребят. Все, она уходит из моего вида, типа, все. Это было красиво. Так, надо бы... Где у нас там снаряды были? Тут? Да, тут. Я перетаскаю, ой, я думаю, снаряды. А что вода не откачивается? У нас тут дырка. Да, есть немного. Ядерные снаряды оказались весьма эффективны. Так, сейчас счет смотрителя бы залутать. Так. Да, надо всплывать для этого, Вера. В этом балласте. Ребят, в настоящее время всплывать и тонуть у нас есть... Ну, насколько я понимаю, для вас актуальная терминология, как отрицательное всплытие. База. Ну, в принципе, от смотрителя мы далеко не ушли, Сигма вылазь. Я в это все готов. Все, Сигма, погнали фотка со смотрителем. Форм, готовность фотка. Ура! Еще и со смотрителем сфоткаемся. Вперед! Я снаряд таскаю. С нами выходить, что ли? Да, можешь с пушки нас сфоткать, если хочешь. А можешь выйти, там весело. А, вон, вижу. Знаешь, он тоже огромный. Так, а ну-ка, чё вы в те? Фрагмент смотрите, ё-моё. И серная кислота, нормально, фак, заберёшь? Окей. Я к его глазику хочу. Вот это ёжик, а вы видите, где у него... А, вон тот глаз, который фиолетовый? Да-да-да. Надо его развернуть. В смысле развернуть? Ты собрался эту тушу разворачивать? Да он что-то не фотогеничный какой-то. Да, какой-то ёжик чернобыльский. Как я его потяну-то, а? Я его тяну, ребят. Чу-чу. Я всякий случай убрал полностью руки с мышки, а то как фиганет сейчас по инерции. Да, мы все сдохнем. Ты тоже, кстати... Я знаю, я же говорю, лодку разорвёт просто. Я еще и зарядил. Сигма. Давай со мной фоткаться вот так, вот тут вот. Иди, я пока не заряжусь. Я уже этот, в гляделки с ним поиграл. Да, надо вдвоем с ним сфоткаться. Я пробую. Давай перед глазом. Блин, была бы в каждой игре такая штука, чтоб типа фотомод, когда ты отключаешь весь интерфейс, было бы круто. Тебе придется вырезать.
Ладно. Так, а значит, крепкий кусок панциря смотрителя. Бери. Что-то не особо он крепкий был. Да я уже взял. Против разрывных патронов, ну да. Ага, спасибо. Делает такое. Так, раз... ребят, да, мы вдруг выяснили, что у нас были отключены зарядные устройства на пушках. Все пытались понять, почему у нас пушки не заряжаются. Действительно, почему? Ну, типа, вот можно поставить на 60 на 70%, 360 киловатт, да, оно нормально заряжает. Но если что, если его оверлочить, то можно и побыстрее. Ну, короче, ладно. Сраные 600 метров плывутся, как я не знаю. Ой, много, очень много тварей сверху, прям пипцы. Да ё-моё. Сейчас. И чё мне, место починки? Я понимаю, конечно, то, что нам всё равно, и мы можем сверху дышать и в воде, но боты не могут. Я чиню. Я не вижу пока где. Насколько сверху... А, вижу. Нет, стой, это рыба. Что это было? Это я, не переживай. Не царапай нас, пожалуйста. А вот поэтому и переживаю. Меня ранили, мне нужны бинты. Это тот, который коллега, он скоро сдохнет, по-моему. Я ему потом... Почему гранатомет в шлюзе валяется? Я его в шлюзе подобрал, там же и бросил. Я не знаю, почему вы его там бросили. А это Сет, который это... в себя стрелял. Я понимаю, это что это... Алло, когда мы приплывем? А, о, жесть, дистанция резко скипнулась. Надо было бота выпустить, извините. Оп, все починили. Теперь я чувствую, что я играю за инженера, я бегаю, чиню, пытаюсь что-то это делать. Ну вот. А не как обычно этот... Ариня! Мне за СБ было идти. Следующий. Хотя, там какая там безопасность? Ну, может быть наша, но явно не вражеская. Ну, а кто же... ладно, чини. Говорю, за инженера начал играть. Всё. Наконец-то. Там бот опять в шлюзе застрял. Я вижу, там что-то починил. Ай! А кто у нас там порван? Альвара? Да. Я его поймаю за руку. Ага, что у тебя? Не, погоди, Алонзо Дэй, не? Альвара Калахан. Альвара, да. Калека. Он все это время с простреленной башкой бегал. Ну, нету матча для Калека. Блин, мы походу две серии сейчас снимаем. Ну, посмотрим. Короче, пока что на паузу. Короче, ладно, ребята. Возвращаемся в наш дурдом. У нас тут Кэпу хорошо, едет. Да, у него все плывет, пока мы плывем. Ну, кстати, он поступил. Альвара Калахан, у меня что-то во рту. А так это ты ж его это. Да, это я его, теперь он жалуется на то, что у него что-то першит. Трум. Чмок. Боже. О, вылечить инфекцию хасков. Я лекарство, я чивочку получил, спасибо. Да снизу куча целей! Очень много! Да пофигу, аванпост же тут. Так это захватить! Не такой. А, да стой, у нас еще пострелы по длину бегают. Бам. Одного попадания хватает разрывного. Тоже не можешь стрелять, пока он ползает в обшивке, да? Могу. Не хочешь разнести. А, ну, я так понял, тебе пофигу, да на обшивку нашу. Я ее потом полезу чинить, мне нормально. А, ну ладно. А, ну, приплыли. Что говоришь так? Блин, Калахан вылечился полностью. Да, господи. Так у него регенерация. Ну да, я же говорю, восхвалим секту, братья. Человек отрастил себе мозг. Какой смех, конечно, пронзающий. Мне кажется, что это какая-то ересь. Ладно. Ну это этот, какого ксеноса себе посадили? Так, мы сейчас на нормальный аванпост или на какой? Понятия не имею. У нас симбиоз, так что все нормально. Ага, спаси аванпост, бандиты. У чемпиона Нургула и болячек всякого тоже, все, что симбиозом от них не страдает. Так, а вот пострески. Ну. Ай, выпусти меня. Так, мне нужен шлемофон. Фром, одевай этот. Я в шлемофоне. Одевай броник большой. Большой? А он где? В медоксеке? Нет, в военном. Ага, ну, теперь фром воюет, да? Так, а ты идешь в этом, в где?
А! Ну так, все. Погнали. Так, подожди, нет, дай я тебе баллон воткну, я не могу это слушать. Тебе дать баллон? Дай баллон. Там. Мы через верх выходим, да? Хорошо. Это я выплюнул. Ребят, вас вот это нормально, приятного. А что ты вылез из костюма? Как? На. А, броник мешается. Шо? У меня тварь съела. У нас тварь на корабле? Нет, на нем броник угнали просто. Все, вперед. Короче, видишь, у тебя в инвентарь вот этой хрень? Видишь, где там кислородный баллон лежит? Ну, да. Вот это его просто заменить можно и все. Фрума, ты уже сверху? А, жесть. Спокойно. А, так... Зарядня меня? Фрум, я подхожу! Как могу. Так, на, тварь! Надо было медикаменты Бегите забрать. Быстрее! Отойди за медикаментами. Чё уж. Все, пошел. А вы вообще куда пошли? В атаку. Ну, судя по потоку крови, я иду. В атаку! Я уже отползаю, вы мне надо. В атаке. За императора! Что произошло? Почему я не могу идти? Ё-ма, у меня костюм Мокси. У меня. Слаг! У тебя батарейка села? Принеси стержень, пожалуйста, урановый, я ходить не могу. А ты на сколько этот выключился? Я справа, чуть выше. О, Альвара убили! В смысле? Ну, посмотрите! Он труп, всё. Чёрт подери! Ко мне подошёл чел и пытается меня забить! Я не понимаю, где ты, Сигма? Я рядом с трупом, который вы сделали. Одним из. Я очень близко к кораблю. Офигеть, а меня эта фигня лечит. Сейчас. Хаск, да, он тебя регенерирует. То есть оно меня спасло на какой-то момент. А, мы, кстати, можем полностью планетной кровью жить. Достойно. Нам с кайфом будет. Удобно на самом деле. Нам подселили мирного Хаска. Вообще мы с Сигмой могли и раньше его все подселить, но я не рисковал, потому что я не уверен, как эти костюмы работают. Секта. О, у меня медицина прокачалась, отлично. Ребят! А. Ну ё-мо, ну мне очень сильно надо. Что? Мы... Секунду. Я пытаюсь отреагировать. Нет, нет, не туда! А, жесть, а чё у тебя тут? Да так. Влажненько. А, прикиньте, мне больше не надо ничего с собой, офигеть. На, пожуй стержня. Жуй стержень. Это лом, это не стержень. Это стержень. Где стержень? Да вон, под твоей ногой. Под моей ногой лом. Так, я ребят, я пошел к вам, осторожней, подстрелите меня. Давай. Давай, заряжайся. Я заряжен. Сраный железный человек. А посмотри, что в этом шкафчике. Вы справа или слева? Да стой, я чуть-чуть не дошел, я заберу. Мы справа. Опа, вижу людь. Двое. Фрум, чтобы ты понимал, я до уранового стержня метров 20 не дошел. Я бы сам себя зарядил. Отходи. Все. А, ясно, уже не надо. Какая двухстволка, имба! Двоих просто снесла. Ой, так, это ящик, надо в... этот, удостоверение личности украсть. Будем удостоверять личность? Да. Не стреляйте, если чё, по... тут челу в броне, я личность меняю. Ну, пока не используй. Да надо хотя бы просто так, посмотреть. Так, ресы. Это по кому? Что, я пока ничего. Стреляют. Я застрелил, типа... туда его. Я чисто открываю дверь в отсек, тут чел стоит без шлема, без ничего, просто инженер. Выхватывает револьвер, я ему практически упор дробовика в голову. Тихо, осторожно. Не взял-то с собой места. Что происходит вообще? Да чё ты, не кидайся на меня, даун. А, он такое течение сдох. Блин, ближники самые всратые, они очень дёрганно двигаются. Блин, у вас там икшони и... Я сейчас. Ого, да ого. Тут такое кшоней.
Ну, медикаментов на прошлом анпосте, который мы лутали, было больше. Это не особо экшани, это просто зачистка. Ой, слушай, здесь три человека стоят. Блин, какая жалость. А это заложники, это заложники. Мне не использовать огнемет, да? Нет. Очень жаль. А чё нам здесь делать? Смотрите, какая тварь красивая. О, реактор! Да, пусть сидят пока там. Да, там еще инженер расстрелянный валяется рядом. Так, все, братан, я снимаю с тебя наручники. Бегите. Уходите. Это вы? Ага. Здорово. Так, я ходят челики. А, короче, на обычных жителей, похоже, не стрелять. Кто стреляет? Хороший вопрос. Да я. Это был не я, на удивление, к сожалению. Так, не паникуйте. О. Все нормально, просто полномасштабная зачистка. Так, заложники, в принципе, нормально. Я считаю то, что их этот пора поработить и превратить пора в нам подобным. Кусаем. А нам этот. Не надо! Стой, не кусай лучше, возможно, нам за их спасение заплатят. Ну, мы их спасем и можем. Укусим. Да-да-да, именно так. Так, два стержня, 40-миллиметровая граната. Грены забирайте. Да, да, безусловно. Я просто хожу, осматриваю ванпост. Вдруг тут еще кто-нибудь ходит. Так, опять на ванпосте сраные заложники. Откуда они здесь взялись, интересно? Мы всех убили явно. Угу. Ничто не уцелело. Опять ходит, пищит. Так, у чувака да. Ломик. Ага, это что за комнатка такая? Ой, интересно. Что же... Я иду скидывать экзу и хватаю два этих моих, две моих сумочки любимые. Так, а у них выработка на самом деле на реакторе нормальная. А... Не то, что у нас. Нет, а чё, света нету? Есть. У них? Там распределители все поломаны. Ну я половину починил, ничего не появилось. Очень досадно. Тут есть распределители, которые вообще от стен отвалились, если чё. Ладно, согласен. Достойно, кстати, да. Нет, в принципе, ты что ж тебе ж... В принципе, это не наше дело. Не мы будем чинить этот ванпост. Мы? Почему? Экспа? Сюда придет специальная команда. После того, как мы здесь все зачистим. Мы проводим с вами просто первичное обследование. Ага, и зачистку от всего, от всего полезного. Набрался, блин, медикаментов, теперь в карман ничего не лезет. Я пошел обратно на лодку. Так, можешь мне отдать, у меня сумочка. Да не, я уже здесь. Так, мне надо батареечку. Мяу. Это будет долго, я лучше сначала скину. Айма. Медикаменты. Да. Так, нужно так, найти, я... короче, найдите управляющего ванпостом. Как я его найду? Труп какой-то особенный, я вас, удостоверение. Я возможность снял. Там удостоверение нужно. Там оно какое-то дофига важное будет. На так, надо было поваляется. Сразу всех трупов щупать. Вы чё, мы сейчас чеканемся всех щупать. Не подходит этот? Нет. Так, предположительно... Для меня не важно, да, вот есть вот. Ладно, ребятушки, пока что, значит, зачистили. А ведь куда люди делись? Они у нас на корабле? Нет, они пока здесь. Они ожидают с команды на аванпост. Нам бы что-то с командой делать, потому что у нас три человека осталось. Очень жаль. И то Арти Дулитл — это тот, который пришел пахать сюда на галеру нашу бесплатно. А из первоначальной команды осталось двое. Так, я нашел маленький шкафчик, в котором очень много... Слышь, вот открой вот этот маленький шкафчик. Так, я все шкафчики открою. Так, короче, вы поколотайтесь, я стаканчик отнесу и в туалет схожу. Рискни. Найдете какой-нибудь там этот управляющий фига важный, забирайте его. Угу. Что, ребятушки, думаю, тогда это наши все приключения на сегодня. Зашли, пошарили аванпост, убили парочку огромных тварей, которые раньше были проблемы, сейчас они хватит языком там через шлем. Подкрадывается средневековая тварь.
Так, в общем, да, будем потихоньку закругляться на этом. Следующая серия нас еще ждет интересные, еще ждут интересные вещи. А вот Кэп тут говорит, что вообще через пару серий мы вроде как в новый биом попадаем, в новую зону. Посмотрим, что... Отлично. Ведете себя как взрослые люди, как приятно смотреть. Первые 40 лет детства особенно сложные. Опа. В общем, тогда пока что все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда. Adieu.